В оккупированной Макеевке, которая расположена рядом с Донецком, прогремел мощный взрыв, от которого стало светло как днем. Сообщается, что в Кировском районе взорвался магистральный газопровод, и зафиксировано горение газопроводной трубы. Предположительно, взрыв произошел после российского обстрела, когда одна из российских ракет, запускаемых по нашим войскам, грохнулась прямо на трубу газопровода и вызвала пожар. Как оказалось, трубопровод был магистральным, и теперь проблемы с газом уже начались в нескольких оккупированных городах Донбасса. В частности, кроме Макеевки, газа уже нет в Ясиноватой. Вполне без газа может остаться большая часть оккупированной части Донецкой области. Вот так получилось, что россияне снова сами себя обстреляли, и теперь неизвестно, когда удастся восстановить подачу газа. Зато теперь у них светло, так как там были проблемы и с подачей электричества населению. Газ, что ли? Ну, похоже, газопровод. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.